утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 28 июля. И сегодня отмечается один из главных церковных праздников – День Крещения Руси. Традиционно православные верующие в эту памятную дату вспоминают святого равноапостольного князя Владимира, крестителя древнерусского государства. К этому дню в Чувашском государственном художественном музее приурочили открытие выставки «Церковное искусство Чувашии». Впервые собраны вместе работы современных авторов, которые украшают храмы. За последние три десятилетия в Чувашии выросла целая плеяда художников, работающих в православной культуре. В экспозиции более 150 произведений 40 авторов из Москвы, Чебоксар, Улан-Удэ и разных городов республики. Здесь можно увидеть канонические иконы и вышитые гладью образы, резные скульптуры святых, барельефы из разных материалов, бронзы, искусственного камня, тонированного гипса, керамики. Представлены мозаичные храмовые украшения, отреставрированные старинные иконы. Некоторые выставочные экспонаты предназначены для строящегося рядом с музеем собора Сергия Радонежского. Двухметровая икона преподобного Сергия написана еще при закладке фундамента будущего храма. Выставка продлится до 27 августа. А теперь к другой теме. Новой программой льготного ипотечного кредитования уже воспользовались 109 семей Чувашии. Столько сертификатов на общую сумму с 60 миллионов рублей выдано на оплату первоначального взноса по ипотеке, сообщили в региональном Минстрое. Суть поддержки заключается в предоставлении выплат жителям региона из бюджета на оплату первоначального взноса до 20%. Основные условия участия в программе – нуждаемость в жилье и покупка недвижимости на первичном рынке. Подробнее с требованиями можно ознакомиться на сайте регионального министерства строительства. Всего на выплаты по новой программе на этот год в бюджете республики заложен 151 миллион рублей. В профильном ведомстве рассчитывают на эти деньги поддержать порядка 380 семей. В Чувашии определены авторы лучших материалов антикоррупционной направленности в СМИ. Отмечу, что к участию в региональном конкурсе были допущены всего 15 журналистских работ. Конкурсная комиссия по достоинству оценила работу моей коллеги, шеф-редактора Евгении Зиновьевой. Ее сюжет о противодействии коррупции в республике признан лучшим телевизионным материалом. Также вне конкуренции оказался цикл радиопередач корреспондента отдела радиовещания ГТРК «Чувашия» Альбины Фоминой. В Чебоксарах возле аэропорта появился новый арт-объект. Теперь гостей столицы республики и горожан будет встречать скульптура героев мультфильма «Ежик в тумане». Инициатором создания металлической скульптуры стала Мариинская компания, которая ранее уже изготовила и подарила Чебоксарам скульптуру маленького принца с розой. Она находится на Арбате. Причем автор у обоих арт-объектов тоже один – Дмитрий Соколов. Композиция получила прописку на площади Ивана Скворцова. Однако в ближайшее время аэропорт Чебоксар и прилегающую площадь ждет масштабная реконструкция. Так что вполне вероятно, герои культового советского мультфильма Юрия Нарштейна поменяют местоположение. Сегодня отмечается один из самых волшебных праздников – День загадывания желаний. Так что есть отличный повод вспомнить о сокровенных мечтах и пожелать их исполнения. Скажем, глядя на падающую звезду или бросая монетку в фонтан. Желаю вам продуктивного дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».